Vindis peria sopeli, tanda tanu probindeba. Nari, chvenisi zotzale, chiti vid gagu prindeba. Nari, chvenisi zotzale, chiti vid gagu prindeba. А теперь более обещанный, более подробный разговор. И начинаем мы со списка истинных, настоящих, бесспорных баско-грузинских соответствий, которых набралось уже больше 50, и которые мы сейчас с вами достаточно подробно обсудим. Во-первых, в знаменитой книге «Рукопись, найденная в Сарагосе», которую написал поляк Ян Потоцкий в 18 веке, на юге Испании, в районе Сьерра-Морена, Ян Потоцкий зафиксировал приветствие, которое удивит всех, кто хотя бы поверхностно знаком с баским языком, или всех, которые хотя бы раз бывал в стране басков. Приветствие звучит «агур». Юг Испании, Сьерра-Морена. Это Андалусия. Это не север, это очень-очень далеко от страны басков. Более того, кто помнит фильм «Восемь баскских фамилий», это достаточно свежая испанская комедия, кстати, достаточно интересная, достаточно веселая. Тот помнит, что герой Рафа, родом из Севильи, Севилья это и есть район Сьерра-Морена, после того, как он попал в страну басков, чтобы сойти за басков, начинает со всеми здороваться именно словом «агур». То есть слово «агур» в сегодняшней Испании – это абсолютно четкая ассоциация со страной басков, с северной Испанией. Но у Яна Потоцкого это слово в качестве, в том же смысле, в смысле приветствия зафиксировано на юге Испании, о чем не знают сами испанцы. А мы идем дальше, мы привязываем это слово к картвельской языковой семье. Это сделать достаточно несложно. Для этого нужно посмотреть, во-первых, что изначально это слово означало в баском языке. Слово «агур» означает «окончено» или «закончилось», а слово «агуре» означает «старик». Таким образом, это, ну, это скорее не приветствие, это скорее прощание, и оно имеет такой немножко отрицательный, немножко негативный смысл. Так вот, в мегрецком языке, в словаре Утари Каджая, слово «агура» означает то же самое, что и слово «гура». В свою очередь, слово «гура» у нас в том же самом словаре означает «смерть». Еще одно очень удивительное слово, точнее фамилию человека родом из Севильи, мы найдем в знаменитой книге испанца Бартоломео де лас Касас, где он упоминает об идальго по имени Луис де Ариага. Луис де Ариага из Севильи. Снова же для тех, кто хотя бы немного знаком с баской темой, для них нет секрета, для них сразу понятно, что Ариага – это классическая баская фамилия. Так вот, Ариага во времена Бартоломео де лас Касас жил, такая фамилия могла встретиться в Севилье. Это могло бы быть в какой-то мере совпадением, если бы мы не знали, что в той же Севилье приблизительно в то же время было в ходу популярное сегодня баское прощание «агур», популярная среди басков и абсолютно дикая для жителей Севильи. Гастрономия. Знаменитая испанская гаспачо. В этимологическом словаре вы не найдете ни малейшей ссылки на то, что слово гаспачо, которое пишется через букву Z и произносится испанцами гаспачо, вы не найдете никакой информации о том, что это могло бы быть баское заимствование. Но
в словаре, в великолепном словаре баскского языка Кольду Мишелены мы находим слово «гаспако», которое «гаспако» и «гаспачо» в баском языке – это взаимозаменяемые формы. Слово «гаспако», которое при его интерпретации получает значение без изюминки, дословно без соли, в переносном смысле без изюминки, без чего-то значительного. Действительно, гаспачо это была еда, изначально была еда бедняков, которая состоит из минимального количества очень скудных ингредиентов. Классическая белая гаспачо, это самая древняя форма этого блюда, состояла из черствого хлеба, миндаля и чеснока. Вот, поэтому термин «безвкусный» или термин «без изюминки», к слову «гаспачо», может быть применен без всяких сомнений. Испанцы об этом никогда не знали, для них это будет большим откровением. Происхождение провинции Андалусия. Это южная Испания, это в какой-то степени сердце Испании, это в какой-то степени провинция, которая, снова же, если вспомним фильм «Восемь баскских фамилий», противопоставляется северу традиционно. Так вот, четкой этимологии у слова «Андалусия» не существует. Четкой, уверенной. Я вам скажу больше, чтобы лишний раз эту фразу не повторять постоянно. Все слова или подавляющее большинство слов, о которых пойдет у нас речь в рамках нашего проекта, четкой этимологии, несомненной этимологии не имеют. Чаще всего они не имеют вообще никакой этимологии. Так вот, этимология слова «Андалусия», или точнее «Андалус», под этим словом она была известна изначально, становится понятной только если мы на нее посмотрим с точки зрения баскского языка. В данном случае оно распадается на корни «анда» и «лус». Корень «лус» или «лусе» – это классический баский корень, который используется в топонимах и означает слово «широкий». Вообще дословно слово «лус» и «лусы» переводится с баского как «широкий». Что же такое «анда» становится понятно после того, как мы отправимся на север, на север Испании, где у нас присутствует еще один топоним «Андалус», к самой Андалусии уже никакого отношения не имеющий. Он находится в районе города Сурия, это к северо-востоку от Мадрида. Так вот, одним из альтернативных названий слова «Андалус» является слово «Фандалус». Вот. И слово «фандалус» мы уже в этом случае можем интерпретировать как слово, содержащее корень «фанда». Корень «фанда» в испанском же словаре означает долину, которая расположена между двумя горами. Пусть вас не смущает подмена стартовой «ф» на «п». Дело в том, что тот, кто знает древнегреческий язык, он помнит, что буква «фи» изначально передавала звук «п» с придыханием, а никакой не звук «ф». Поэтому, именно поэтому слово «photograph» в английском языке пишется через «photograph» и большая куча других подобных слов пишется через «ph», потому что это и была «п» с придыханием. Поэтому, в принципе, все случаи, для этимологов важно знать, что практически во всех случаях мы имеем право трактовать в любом языке согласную «ф» как вариант «п» с придыханием. С придыханием или без придыхания в испанском языке придыхание уже не отслеживается. Поэтому «фанда» соответствует «панда» и соответствует понятию «долина между горами». Андалусия – это и есть долина реки Гуадалькивир, которая тянется практически через всю провинцию и лексически, как мы видим, как морфологически, так и лексически, название провинции Андалусия великолепно трактуется с баскского языка. Для чего нам это нужно знать? Нам это нужно знать,
какое это, вернее, имеет отношение к картвельской языковой семье. В дальнейшем мы с вами увидим, что вся древняя Испания была населена племенами, которые говорили на языке картвельской языковой семьи. И баский язык является самым ценным языком на сегодняшний день, потому что это единственный язык, который, единственная нация, которая смогла дожить, не теряя свою национальную идентичность, не теряя своего языка, сквозь все завоевания, сквозь все геноциды империи, смогла дожить до наших дней и донести до нас этот драгоценный язык Древней Испании, баский язык. Но вся Древняя Испания, и мы потихоньку начинаем видеть эту картину, вся Древняя Испания в равной степени говорила, если не на чистом баском языке, то на языках, которые были крайне родственны, как они были родственны баскскому языку, а все вместе эти языки входили в картвельскую языковую семью. В этом мы тоже убедимся немножко попозже. На границе между Испанией и Францией находится священная для басков, это баский регион, находится священная для басков гора Пико де Ори. Находится она километрах в 100 от испанского города Очагави, она находится прямо на границе. И значение слова «Пико де Ори» — это означает «пик Ори», значение слова «Ори» в испанцам и баскам неизвестно. Но оно известно всем, кто знает грузинский язык, потому что в грузинском языке это базовое числительное, которое переводится как «два». «Ори» — это «два». Каким образом «пико де Ори» могли назвать «пиком двух», становится понятно для человека, который знаком с этой горой вблизи. На самом деле «пико де Ори» состоит из двух пиков. «Пик де Ори» и «Ори Чипия», «Ори маленькая». Поэтому на самом деле гора, у которого имеется два пика, получает абсолютно естественное название «пик двух», имеется в виду двух вершин, причем получает оно это на грузинском языке. Баски этого не знают. Обещанный рассказ о другой горе, горе Арчанда в Бильбао. Это гора, на которой которая находится в центре города, на которой она очень красивая, там находится очень красивый парк, с нее открывается очень красивый вид на Бильбао. Так вот, с грузинского языка, с баскского языка слово не переводится никак, с испанского языка тем более, а вот с грузинского языка Арчанда, как я уже говорил раньше, Арчанда переводится «не был виден». Ар – это отрицательная приставка грузинского языка, всем известная. Чанда – это форма прошедшего, пассивная форма прошедшего времени от маздара чинеба. Вот. Таким образом, ключевой топоним баской земли, гора, которая находится в центре ключевого города Бильбао, получает свою этимологию, получает свое значение, происхождение, объясняет свое происхождение исключительно с точки зрения грузинского языка. Не была видна. Там, в этом регионе постоянные дожди, в этом регионе на севере Испании постоянно или достаточно часто туман, поэтому такое название для горы выглядит очень естественным. Еще два ключевых и важных топонима имеют, с моей точки зрения, несомненное грузинское происхождение. Это еще одна гора, в не меньшей степени важная и ключевая для басков, это гора Ургули, которая находится в второй части Сан-Себастьяна. Это визитная карточка Сан-Себастьяна, это гора, наверху которой находится старый французский форт, гора, с которой открывается фантастический вид как на Сан-Себастьян, так и на океан. Так вот, это слово «Ургули», а также другой топоним, который фигурирует не совсем в баском, но уже в соседней Каталонии, в небольшом городке в Пиренеях Сеу-Дуржел, пишется «Ургел». Так вот, эти два топонима, во-первых, имеют в себе, начинаются с классической
грузинской отрицательной приставки «у» и содержит в себе легендарный, так же можно сказать, мегрецкий корень «рг», который в мегрецком языке означает «сажать». Таким образом, как мы видим здесь в словаре, это даже словарь не мегрецкого языка, это словарь грузинского языка, это самый лучший словарь, словарь Арианы Чантурия, который включает в себе очень много мегрелизмов, в том числе очень много устаревших слов. Так вот, здесь мы видим, что «ргули» переводится как посаженный. Таким образом, ургули или ургел, ургели, суффиксы в равной степени, это суффиксы прилагательные, типичные для грузинского языка, будет означать не посаженный, не, точнее, не засаженный. И то, и другое, горы, и ургули, и ургел, сажать что-нибудь в горах, это достаточно проблематично. Поэтому название абсолютно логичное для этих, абсолютно логичные грузинские названия для еще двух баских топонимов. Снова возвращаемся в Бильбао, где есть метро. Кстати, город очень красивый, очень современный, и метро там тоже очень современно, очень красиво. Так вот, сразу несколько станций в Бильбао, названия нескольких станций в Бильбао представляют из себя в достаточной степени грузинские слова. Во-первых, это станция Урдулис, по-грузински Урдули – это дверной замок. Во-вторых, это станция Сопелана, которая представляет из себя явно прилагательное от корня Сопели. Корень Сопели – это по-грузински деревня. Абсолютно естественно, абсолютно логично назвать таким словом станцию метро. В интернете, в подобной работе, разумеется, крайне важно делать правильные ссылки и ссылаться на авторитетные источники. В подавляющем большинстве случаев это всем известные словари. Каждый раз я буду говорить, что это за словари. Но в данном случае речь идет о списке, который привел некто по фамилии Григолия, это Мегрел, в одном из грузинских журналов в 2006 году. И это список интересных мегрецких слов, которые кочуют сейчас по интернету. Вы можете по ключевому слову Григолия и список мегрецких слов найти этот список. Так вот, в этом списке есть слова, как минимум одно слово, которое вы не найдете в остальных словарях, но слово крайне важное. Это слово «антер», которое обозначает «человека». А мы помним, что традиционно слово корень «андр», например, в имени Александр, считается греческим словом, трактуется с точки зрения греческого языка. Мы же видим, что слово «антер», причем в значении «человек», это мегрельское слово, никакое не греческое. А в баском языке мы находим слово «андере», которое обозначает женщину. «Антер» и «андере» – это даже не совпадение, это соответствие. Теперь более простые, более понятные соответствия между баским и грузинским языками. Слово «ансара» по-баски означает «гусь», по-грузински «ансала» обозначает «долговязый». Очень интересное слово «арба», которое мы находим в словаре Кольда Мишелены. Это словарь баскского языка, которое обозначает, это слово обозначает ветку. Дело в том, что здесь у нас связь идет не столько с грузинским языком, это очень просто интересная находка, которая связывает баский язык с испанским языком и конкретно со словом «арболь». «Арболь» по-испански, как все знают, это дерево. «Арба» – ветка, «арболь» – производная от арба в значении дерева. Так вот, связь с мегрецким языком все равно присутствует, потому что в слове арболь суффиксом выступает ол. Ол – это типичный мегрецкий суффикс для прилагательного, соответствующий грузинскому суффиксу ул. Замечательный пример из словаря Кольда Мишелены баскского языка, в котором мы видим прямое соответствие двух приставок, баской приставки «ар»
То, что эта приставка мы видим на ее испанском переводе, причем испанский, значение испанского слова нам даже не принципиально. Мы видим, что корень басту и корень басты совпадает, и таким образом приставка ar совпадает испанской приставке des. Но испанская приставка des – это отрицательная приставка, это знают все прекрасно и замечательно. А в баском языке отрицательной приставки ar не существует. Отрицательная приставка ar – это приставка в грузинском языке. Таким образом, мы видим, что 100% баски пользуются грузинской приставкой ar, которая имеет отрицательный характер, не зная о том, что это приставка, что она имеет отрицательный характер. Но факт налицо. Следующее слово ardo, что по баски, как мы видим, означает вино. В грузинском словаре, причем в словаре, древнем словаре Саба-Арбелиани, ardabi – это ячменная вода, а ardu – это древнегрузинская мера жидкости. Слово arkoç в баском языке – это кастрированная свинья. В мигрейском языке, с точки зрения мигрейского языка, слово «аркоч» распадается на две потрясающие морфемы. «Ар», как мы уже знаем, это отрицательная приставка. «Не кочий» по-мигрейски это «мужчина». «Не мужчина» – кастрированная свинья. Популярное баское слово «буру» в значении «голова», его уже пытались привязать к каким-то грузинским словам, и, может быть, кстати, не беспочвенно. Однозначно мы имеем право и должны связать с грузинским словом «бурта», которое переводится… Слово «бурти» в грузинское – это «мяч», а слово «бурта» – это в форме мяча. Причем мы знаем, что «та» – это… грузинское же окончание, древнее окончание косвенных падежей, поэтому корнем здесь в любом случае будет выступать бур, как и в баском языке. Слово элур у басков означает снег. В грузинском языке слово элва, и мы в дальнейшем еще будем к нему обращаться, потому что оно будет выступать в качестве... будет объяснять этимологию очень интересного топонима. Кроме этого, элва, помимо того, что первого его значения – это молния, помимо этого, это еще означает вспышку, свечение, сияние, что к снегу имеет однозначное отношение. Корнем и в том, и в другом случае, разумеется, для тех людей, которые знают, хотя бы имеют приблизительные знания о морфологии картвельских языков, выступает корень «эл», потому что «ур» в первом случае является суффиксом прилагательным, «ва» в другом случае обозначает окончание «маздара», то есть неопределенной формы глагола. «Гибел» по баски – это «печенка». В грузинском языке слово «гиби» обозначает желтую лихорадку. Желтая лихорадка, как мы знаем, в первую очередь поражает именно печенку. Слово «гори» по баски – это «красный». Возможно, это достаточно далекое приближение, но, тем не менее, мимо него проходить мы тоже не имеем права. Гора в грузинском языке, а точнее в эмирете, обозначает тыкву с толстой кожурой. Какого цвета бывают тыквы? Они бывают разными, в том числе и красного. Поэтому ассоциация по цвету вполне могла иметь место. Слово «ханди» в баском языке два варианта произношения этого слова с немой «ачи» и с произносимой. Ее произносят во Франции, французские баски, в Испании произносят на испанский манер «анди». Французы говорят «ханди». Это «большой» на баском. Так вот, в грузинском словаре можно найти очень интересное слово «хандури», которое переводится как «полевой горошек». Дело в том, что «хандури» само по себе, снова же для тех, кто знаком с картвельской морфологией, означает прилагательное, то есть это производное. При помощи суффикса «ури» производное от корня «ханд», «ханди». Таким образом, у нас полное совпадение двух корней получается, «ханди» и «ханди», и мы имеем право, раз «хандури» – это полевое что-то, то слово «ханди» мы можем проассоциировать с понятием «поле». «Поле» и «большой» – это тоже достаточно прямая ассоциация.
Араги или хараги по-баски – это мясо. В грузинском языке, как известно, хари – это бык. При этом в слове хараги мы видим в качестве суффикса суффикс «аг», который достаточно типичен для грузинского языка. Харе или аре по-баски – это песок. В греческом языке, ну, во-первых, это слово нам в дальнейшем потребуется для установления истинной этимологии слова «сахара». А здесь мы видим, что баски корень «хар» соответствует грузинскому корню «хар» в слове «хараба». «Хараба» – это безжизненная земля. «Хац» или «ац» по-баски – это «палец». Хацури, врачи в грузинском регионе Рача, обозначает борьбу при помощи только рук. Снова же мы видим, что слово хацури – это производное от какого-то некогда существовавшего корня хац или корня хаци. И поскольку речь идет о руках, то мы можем проассоциировать корень хаци с руками или, как в данном случае, с пальцами. Хери или эри на баском языке обозначает регион, место, страну, родину, а также нацию. В грузинском языке слово эри, абсолютно то же самое слово, обозначает абсолютно то же самое – нация, народ. И оба эти слова в дальнейшем будут использованы при объяснении топонима Ирландия. Хири или Ири на баском языке – это город. В грузинском языке есть очень интересная, однозначно мигрейская конструкция «хирия», которая переводится как нечто, разбросанное вокруг, ну, например, «пни деревьев». Таким образом, вместо пней деревьев, если мы заменим пни деревьев на разбросанные дома, то мы как раз и получим что-то типа города. Хори или ори на баском языке – это желтый. В грузинском языке мы находим целый ряд слов, которые имеют тот же самый корень и которые могут также иметь отношение к понятию желтый. Это хора в значении вязанка дров, это хорами в значении сена, солома, и это хорбали в значении пшеница. Может быть, это не однозначно стопроцентное соответствие. Возможно, речь идет в какой-то степени о совпадении, но с точки зрения системного подхода к анализу, сравнительному анализу между баским и грузинскими языками, мы проходить мимо этого примера тоже не имеем права. Очень интересно, хорц или орц по баски – это зуб. Хорцы по-грузински – это мясо. Таким образом, мясо и зуб – ассоциация абсолютно прямая. Зуб как инструмент для поглощения мяса, поэтому этимологическая цепочка в достаточной степени безукоризненна. Тем более, что никакого понятия о происхождении слова «хорц» сами баски не имеют. Крайне интересный небольшой рассказ. Слово «ицоц» по-баски означает «лед». Мы даже имеем соответствующий глагол «ицосту» в значении «покрываться льдом». Так вот, в грузинском языке мы находим глагольную форму «ицоцепс», которая происходит явно от маздара, от неопределенной формы глагола «ицоцеба», и обозначает карабкани. Здесь чем примечательный этот пример? Он примечателен тем, что если мы даже согласимся с тем, что карабкани, а в грузинских горах карабкани, например, в Сванете часто и напрямую связано именно с ледниками, именно с обледеневшими скалами и так далее, ассоциация здесь достаточно прямая. Если мы согласимся, что слово «ицос» баское в значении «лед» происходит от грузинского глагола «ицоцеба» – «карабкаться»,
то мы должны в этом случае согласиться с тем, что в грузинском языке стартовое «и» выступает в качестве приставки. Корнем здесь является «цоц». Таким образом, у нас не просто однозначное заимствование басками грузинского слова, но еще и заимствование, абсолютно не зная морфологии того, что они заимствуют. Потому что в слове «и цоц» баски никакой приставки «и» не видят. Лоди по-баски – это толстый, объемный. Лоди по-грузински – это большая скала. Или во фразе «гузем дзиме лоди ицевс» переводится как «имеет большое бремя на себе, на своем мозгу». Таким образом, параллель тоже однозначная, не вызывающая больших сомнений. Лоди и лоди. Лохи или лои – это, кстати, корень известной, как считали, испанской фамилии Лойола. На самом деле это баская фамилия. В баском языке лохи означает вот, барро, лодо – это грязь. Лохи в грузинском языке означают то же самое – грязь. Ойлар – это петух по-баски, а ойласко – это цыпленок по-баски. Здесь мы видим, что цыпленок произведен от петуха при помощи суффикса «ско». И значение этого суффикса баски не знают. Суффикс этот присутствует, является, вернее, корнем мигрейского языка в таких словах, как «скуа», «скили», трансформировавшееся впоследствии в слово «ски». И об этом слове будет крайне интересный разговор в дальнейшем. И означает то же самое, что и «дзе», то есть «сын», «ребенок». Таким образом, «ойласко» – это «сын петуха», то есть «цыпленок». Но объясняется это только с точки зрения грузинского языка, больше никакого. В баском языке суффикс «ско» в значении, в родственном значении неизвестен. Орлеги по-баски – это зеленый, в то время как ори – это желтый. Таким образом, мы можем провести определенную параллель с грузинским словом «лега», которое означает, во-первых, серый или серебристый, а во-вторых, означает зеленоватый цвет именно растений. Таким образом, серо-зеленоватый цвет, умноженный на «ор», а «ор» мы знаем, что это «два», получается вдвойне серо-зеленоватый, то есть зеленый. Если кто-то из басков знает другую интерпретацию или другую этимологию для слова «орлеги» на здоровье, но такой этимологии не существует. Очень интересное слово «отца» в баском языке, которое обозначает «волк». В грузинском языке мы видим слово «отсеба», которое обозначает, среди прочего, обозначает «дисмей», «испух». И при этом слово «оцеба» стопроцентно и однозначно – это производное от корня «оци», которого не сохранилось в грузинских языках, но которое было однозначно. Именно из него произведено слово «оцеба». «Оцеба» – это испух, который, источником которого был и должен быть считаться корень «оци». Что такое «оца»? «Оци» или «оцу» мы видим у басков. Это был волк. Хотя волк сегодня в этом значении в грузинских языках, в карельских языках не сохранился. Пиру у басков – это край, предел. В грузинском языке ключевое фундаментальное слово «пири» – это обозначает, помимо того, что это род, обозначает также еще и край, предел. Между прочим, род тоже грузинами воспринимается как предел, не знаю, наверное, внутренних органов, водораздел между внешней оболочкой и внутренними органами человека. Таким образом трактуется слово «пири». Сабел, параллель, которую я вас призываю увидеть, это параллель между словом, баским словом сабел в значении брюха, живот, и английским словом бели в том же самом значении. Объединяет их грузинское слово бели в значении медвежонок. Дело в том, что конструкция «сабел», мы об этом подробный разговор в дальнейшем, является, это баское слово, но чисто морфологически оно
наверняка начинается с исключительно грузинской абстрактной приставки «са», которая обозначает место чего-то. Так вот, «са-бел», если мы воспринимаем, что «бел» – это ну, не обязательно медвежонок, это может быть любой детеныш, «са-бел» – место детеныша, то есть брюха. И отсюда же выходим на английское слово «бели» в том же самом значении – брюха, но только уже без грузинской приставки. Никакой другой трактовки у этих трех слов не существует. Снова же мы говорим о приставке «са», которая ну, в данном случае наверняка превратилась в «со». Чередование между «о» и «а» – это достаточно типичная картина внутри картвельской языковой семьи. И мы понимаем, что «со» здесь выступает в качестве приставки, потому что «солому» переводится как «лому». Ну, это мясная часть туши, как бы значение не принципиально. Самое главное, что здесь «со» выступает в качестве приставки. Никакой приставкой «со» в баском языке, ни «со», ни «са» в баском языке не является. Все это получает смысл только в том случае, если мы начинаем трактовать приставку «са» как грузинскую абстрактную приставку «са». Вот этот пример один из самых мощных, не подлежащих критике, не подлежащих никакому сомнению. По баски «судур» – это нос, как мы видим. С точки зрения грузинской морфологии слово «судур» представляет из себя прилагательное «судури», произведенное от корня «суд». Что такое суд или суда, мы видим в словаре у Арианы Чантурия. Это флегма. Ну, и говоря более понятным языком, это носовая слизь. Таким образом, судури, то есть нос, это то, что имеет отношение к слизи, к носовой слизи в данном случае. И именно в этом значении слово стало известно в баском языке. Баски понятия не имеют, что это слово происходит из грузинского языка. Слово «теги» выступает в качестве корня в очень большом количестве баских фамилий, потому что оно переводится как «место». А в грузинском языке слово «теги» может иметь отношение к топонимам, потому что оно обозначает травяное место на земле. Травяное место на земле и место как таковое вообще – вещи достаточно близкие, чтобы этимологи и лингвисты чувствовали себя обязанными обратить внимание на эту параллель. Кстати, очень интересно, это слово выступает, объединяет два очень интересных места в Грузии и в Испании. В Грузии, в Сванете мы знаем город Лентехи, в Испании мы знаем слово Лентехи, город, который находится на юге Испании. Так вот, я не знаю, одно и то же ли это слово «лентехи» в Сванете и «лентехи» в Испании, но то, что испанское «лентехи» содержит, снова в Южной Испании, содержит баский корень «техи» в значении «места», топонимический корень, это то, что лишний раз доказывает, что в древности вся Испания говорила на языке басков. Типула по-баски – это лук, себоя. Снова же, несложно увидеть, если вы смотрите с высоты картвельской языковой семьи, вам несложно будет увидеть, что слово типула – это прилагательное, заканчивающееся на суффикс «ул» и происходящее от корня «тип». Корень «типи» – это корень, который в мегрецком, в данном случае, языке переводится как «сено». Слово «типу» переводится как просто «трава». Глагол «типуа» переводится как грузинское «типуа» – «синокос». Таким образом, дословный перевод слова «типула» или «типули», если мы его произнесем правильно по-грузински, хотя в грузинском языке тоже, причем если речь идет, например, о растениях, то конечная «и», скорее всего, будет заменена именно на конечную «а». Таким образом, слово «типула» можно считать вообще классическим картвелизмом. Слово «типула» переводится как дословно и поморфемно переводится с грузинского языка как «травянистый», чем лук и является. В поисках этого вина я
объездил пол Испании. Это баское вино Чаколи. Сухое, очень сухое. Это вино я не нашел в Барселоне, но я не нашел в Жироне, но нашел в Мадриде, потому что есть такое волшебное слово, как «El Corte Inglés», знакомое всем туристам, всем, кто связан с Испанией. И там это вино найти удалось. Баское вино Чаколи представляет из себя, содержит, вернее, в себе явно, с баской точки зрения, абсолютно никакой трактовки это слово не имеет. Но в грузинском языке мы очень быстро находим этот же самый корень в причастии чакхолили, которое обозначает вмешанный-примешанный. Речь идет о примеси. А какое отношение имеет чакхолили к понятию примесь, станет понятно после того, как вы ознакомитесь с процессом приготовления этого вина. Дело в том, что в процессе изготовления это вино не фильтруется. Таким образом, достаточно продолжительное время, это до того, как оно разлито в бутылке, это вино содержит в себе значительную степень примеси. Поэтому оно называется чакхолили. Происходит слово чакхолили от слова чакхола, у которого существует достаточно замысловатое значение, можете посмотреть здесь. Речь идет о том, что что-то чему-то сопутствует. Собственно, примесь имеет к этому прямое отношение. А совсем уже чистое ядро этого слова будет фундаментальный глагол «хола» в значении «иметь что-то». Снова же примесь имеет, то есть если вино имеет примесь, то однозначно использование глагола «иметь» будет здесь уместно. Вот. Таким образом, чаколи, мы в слове чаколили можем отбросить окончание «ли» как окончание причастия, и в данном случае совпадение у нас будет полное. Еще более усиливает эффект имя производителя. Компания, которая производит конкретно это вино Чаколи, называется Чомин Эчанис. Слово Чомин в баских словарях вы найдете, в этимологических словарях вы найдете только в значении баский вариант испанского имени Доминго. Чомин Доминго. Но дело в том, что слово Чомин на сванском языке означает ячмень. Ну, во-первых, оно достаточно совпадает по звучанию и со словом ячмень, чумин, ячмень. Но нам в данном случае более интересно и более важно, что ячмень ассоциируется в первую очередь ассоциируется с пивом, потому что как минимум в древности это был основной источник производства пива. Пиво у нас ассоциируется, разумеется, тем более, если речь идет о древности, ассоциируется с выходными. В рабочие дни поглощать пиво было неуместно. А выходной – это и есть доминго, по-испански воскресенье. Таким образом, если эта этимологическая цепочка имеет смысл, то не чумин является, не баское имя чумин является производным от испанского доминго, а наоборот, картвельское, а со временем и баское слово чумин в значении воскресенье превратилось в испанское имя доминго, и смысл был утерян раз и навсегда, пока не был запущен проект между двух Иберий. Чангурру. Это краб, рак или краб, ну, речь, скорее всего, идет о крабе. На баском языке чангуру – это краб. Чангуру мы имеем полное право интерпретировать как грузинское слово чангури, абсолютно понятное и естественное грузинское прилагательное на ури. Если вас смущает конечное у, пусть не смущает у лазов. Лазы – это родственники мигрелов, которые большей частью сейчас живут на территории Турции, но входят в картвельскую языковую семью. Там, где грузины пользуются конечной и для
окончания именительного падежа. Лазы используют «у», поэтому смущать она вас здесь не должна. Таким образом, чтобы понять, что такое, что за прилагательное «чангури», разумеется, мы должны искать корень «чанг» в том же грузинском языке. Так вот, в грузинском языке слово «чанги» обозначает лиру. Лира – музыкальный инструмент достаточно специфической формы. Каким образом связать лиру и краба, сначала показалась достаточно проблематичной задачей, пока внезапно не обнаружился такая крабовая разновидность, как лирный краб, Pacific Lyre Crab, в котором название краб Чангури и название лиры Чанги соединены внутри одного, как оказалось, всем известного названия. Почему лирный краб? Потому что по форме в достаточной степени, наверное, напоминает музыкальный инструмент лира. Черри по-баски – это свинья. В аджарском регионе Грузии тем же самым словом черри обозначается шинбоун – это рулька, свиная рулька, часть свиной ноги. Чикара – это на баском языке стакан. Чика на грузинском языке – это стакан. Это неоднозначный пример, но можно его воспринимать как достаточно забавный. Дело в том, что чимистарги – сложное слово, которое в баском языке обозначает электричество. И происходит оно, как мы видим из следующего слова в записи в баском словаре, следующей записи в баском словаре, от слова «чимиста», которое переводится как «молния». Ну, а соответственно, «арги» по баски – это «свет». Вроде бы хорошо и достаточно не придраться, если бы то же самое слово «чимистарги» не имело удивительно безукоризненной интерпретации, совершенно другой, если смотреть на это слово, или точнее слово сочетание с точки зрения грузинского языка, где слово «чими» обозначает натянутую бечевку, а «тарги» обозначает... ну, в данном случае «suit pattern», образец, модель. Таким образом, «чимистарги» с учетом окончания родительного падежа «с», оно здесь тоже выглядит безукоризненно для грузинского языка, «чимистарги» будет означать вид натянутой бечевки, вид натянутой веревки, модель вида натянутой веревки, что, в принципе, со словом молния совпадает в достаточной степени. Но снова же, на этом примере я не настаиваю и привел его скорее для того, чтобы улыбнуться. Слово «чингури» в баском языке обозначает то же самое, что и «чиндури». «Чиндури» нам не интересно, но перевод стоит именно напротив слова «чиндури». Это муравей. «Чингури» с точки зрения грузинского языка – это абсолютно классическое прилагательное от существительного, от корня «чинги» или «чинга» или «чинго». Слово «чинго» мы находим в словаре у Арианы Чантурия в значении «трава». Таким образом, «чингури» абсолютно дословно «травяной», чем муравей, собственно, является, свою жизнь проводит в траве. Параллельное подтверждение этой нашей догадки мы находим в том же словаре Арианы Чантурия, в котором слово «муру балахи» переводится как «разновидность травы». При этом нам очень важно было найти параллель между словом «муру» и словом «мурава». «Мурава» в русском языке – это тоже трава. Слово «муравей» – это снова же грузинское прилагательное «муравели», мы о нем поговорим чуть-чуть попозже, оно происходит от слова «мурава» в значении «трава». Ну и связать «мураву» и корень «мур» к грузинскому корню «муру» мы можем через словарь Ариана Чентури. Чиро по-баски – это бедный, чири по-грузински – это личная проблема, личная беда. Чита по
Баски – это недавно родившийся птенец, чити по-грузински, чито грито, чито маргалито, помним прекрасно, это маленькая птичка. Это в подтверждение моего рассказа о чумин, который переводится в испанском языке как ячмень, лишний раз, чтобы зафиксировать визуально это утверждение. В баском языке слово «уме» обозначает «ребенка». В грузинском языке слово «уми» обозначает «сырой», «свежий», а также «неуклюжий». В баском языке слово «урки» обозначает «березу». В грузинском языке слово «уркела», которое является производным от корня «урки», обозначает «полено». В баском языке слово «усо» обозначает, помимо голубя, обозначает также еще человека, который характеризуется своей невинностью или своими положительными чертами, также имеет отношение к молодым женщинам, а в грузинском языке слово, то же самое слово «усо» – это уважаемая, выдающаяся крестьянская женщина. Очень любопытно слово «устари» – это популярная баская фамилия, а также корень слова топонима «устарец», который находится на территории французской Басконии. Так вот, в баском языке слово «устари» переводится как «теория», в грузинском языке слово «устари» переводится как «открытка», «письмо». Не стопроцентное совпадение, но параллель достаточно понятная. Один из самых интересных примеров, который связывает воедино сразу три языка – баский, грузинский и украинский. В баском языке видим корень «шукату», который, об этом, кстати, будет отдельный разговор о соответствии украинских и баских инфинитивов, в украинском языке имеет своего прямого родственника «шукати». Оба они происходят от грузинского корня «шуки», который переводится как «свет». Так вот, при помощи, от корня «шуки» в этом значении мы получили два разных глагола в двух разных, очень далеко друг от друга находящихся языках, в украинском и в баском, но при этом с абсолютно разными значениями, но имеющими оба имеют отношение к понятию «свет». Потому что в баском языке «шукату» – это «сушить», а «сушка» в первую очередь происходит при помощи солнечного света. А в украинском языке «шукати», как мы знаем, это искать. Поиск, особенно в темное время суток, точно так же происходит, осуществляется при помощи света. Есть в украинском языке еще слово «ошукати», которое обозначает «обмануть», «обвести». Казалось бы, к корню в слове «шукати» привязать его достаточно сложно, но для этого мы должны посмотреть, какое значение слова «шукату» имеет, дополнительное значение имеет в баском языке. Помимо «сушить», это еще выжимать, оставлять без средств существования, оставлять без денег. Абсолютно прямая, однозначная, стопроцентная параллель с украинским словом «ошукати». Об этом никто никогда не знал, и об этом все стало известно только после того, как мы узнали значение грузинского слова «шуки» – «свет». Сабаль – это еще одно популярное окончание баских фамилий, обозначает «широкий», а также, помимо «широкий», обозначает еще и «долину», а также обозначает еще и «поверхность». С учетом достаточно понятных и необходимых метаморфоз лингвистического характера, этимологического характера, мы обязаны приравнять баскую стартовую Z к грузинской S, а также баскую B посередине к проассоциировать ее с грузинской V. Для этого у нас есть это нам позволяет неоднозначность во-первых, греческой беты, а во-вторых, произошедшей от нее неоднозначности испанских согласных Б и В. Так вот, в этом случае слово «сабаль»
абсолютно легитимно приравнивается к грузинскому слову «савали», которое обозначает поверхность или землю, по которой планируется проехать, что совпадает с понятием «широкий», с понятием «долина», с понятием «поверхность». Тут в этом месте речь пойдет об этимологии слова «цакиль». Это мужской половой орган на баском языке. Происхождение у него тоже в достаточной степени однозначное. Происходит этот же самый корень «цак» мы видим в грузинском глаголе «цаква», который в словаре Арианы Чантури переводит нам, во-первых, это слово из пшавского диалекта грузинского языка, достаточно редкое слово. Во-вторых, оно переводится еще более замысловатым английским словом «jostling». За словом «джосл» мы отправляемся в словарь английского языка, где видим, что одним его значением является совать, пихать, и помимо прочего иметь сексуальные отношения. Таким образом, «цаква» имеет отношение к сексуальным отношениям, и тот же самый корень мы видим в абсолютно однозначном и всем понятном слове из баскского языка. Циту на баском языке обозначает фрукт, и этот корень нам очень нужен, потому что в грузинском языке слово «красный» «цители» до настоящего момента не имел четкой и понятной этимологии, непонятно, откуда он происходил. «Цители» – это красный, «цителла» – это сорт груши. «Л» однозначно здесь окончание прилагательного, которое со временем превратилось в существительное, достаточно распространенная тенденция как в грузинском языке, так и вообще в мировой лингвистике. И теперь мы понимаем, что объединяет, откуда происходит, что за корень «цит» в грузинском языке. Это тот же самый корень, что и в баском языке, где он обозначает фрукт. Таким образом, мы сегодня имеем новый список грузино-баских соответствий, который был предложен только что вашему вниманию, который содержит в себе более 50 новых находок и соответствий между двумя языками, критиковать который будет значительно труднее по сравнению с тем списком, который существовал до этого. И таким образом, на основании этого списка, а также той работы, которая последует в дальнейшем, потому что останавливаться на этом не стоит, работа, я уверен, будет гораздо, содержит в себе еще гораздо более интересные находки. Но таким образом, мы имеем все основания причислить баский язык к картвельской языковой семье. Может быть, если не к сегодняшней, то к той древней расширенной картвельской языковой семье, в которую входили, помимо баского языка, остальные родственные языки не только Пиренейского полуострова, но и всей древней, всего древнего мира, известного по древним источникам.